Что нужно сделать, выходя из дома? Почему необходимо сортировать мусор? На эти вопросы отвечает цель устойчивого развития номер 12 – ответственное производство и потребление. К 2050 году население Земли уже увеличится до 10 миллиардов человек. К этому времени нам уже понадобятся ресурсы трех планет Земля. Но так как все ресурсы у нас исчерпаемы и многие невосполнимы, уже нам сейчас необходимо задуматься о том, что мы оставим будущим поколениям. Если бы каждый читатель отправлял один из 10 купленных журналов или газет на переработку, то это помогло бы спасти более 25 миллионов деревьев ежегодно. Сегодня в Казахстане функционирует порядка 3000 мусорных полигонов, на которых уже скопилось около 120 миллионов тонн твердобытовых отходов. Ежегодно на эти мусорные полигоны завозится 5 миллионов тонн отходов. В ближайшем будущем это может перерасти в крупную экологическую катастрофу. Европейские страны, развитые страны, они научились перерабатывать данный мусор и получать из него дешевую чистую энергию. Если Казахстан последует данному пути, то мы сможем не только избавиться от тонн скопившегося мусора, но и использовать его в производстве в качестве вторичного сырья. Доля переработки отходов в Казахстане еще на очень низком уровне и составляет порядка 15%. Согласно концепции зеленой экономики, к 2030 году данный показатель будет доведен до 40%. Задумаемся, что зачастую, приобретая продукт в магазине, мы также приобретаем отходы в виде красивой упаковки. Давайте вместо приобретения многочисленных пакетов в магазине лучше использовать сумки из экологически чистых материалов. Пробуйте приобретать меньше воды в пластиковых бутылках, а использовать многоразовую посуду для утоления жажды. Не приобретать больше продуктов питания, излишки которых в конце концов оказываются в мусорной корзине. Пора менять сознание и отойти от модели «добыть, произвести и выбросить» более устойчивым моделям производства и потребления.